память кончилась. Сейчас я покажу, как массаж лица. Классический массаж. Наташа, голову, да? Начинаем все вот так. Также по 30 раз движение, чтобы эффект был. У косметологов другой массаж совершенно. Потом вот так берем три пальца подушечками от центра лба и на себя. И на висках закручиваем. Вот прям чувствуется по коже там такие как комочки. Через несколько процедур вот эти все комочки рассасываются. Все по 30 раз. И после этого такие приятные надавливания на лоб. Не знаю, почему-то у женщин при вот этой манипуляции у них чувство, как будто они проваливаются куда-то. Если есть такое? Угу. А? У мужчин не бывает. Заканчиваем такой легкой эстакадой. Потом массаж бровей. Беру два пальца, средний и бровь нижняя. Также по 30 раз. От переносицы сюда. Как вот брови растут как раз по ходу. Потом берем брови и оттягиваем слегка вот так, да? Так. Живот, и вот здесь тронутся нервы. Да? Ноги так головные боли снимают. Вот они идут здесь. Они и лицевой, и троничный, они прям в паре идут. И вот и клыки верхние. Все. Все хорошо, вот так, глаза и зрачки, вот так. Потом начинаем носик. Почему я делаю нос? Вот так, надо всю форму носа. Я поэтому тут я с боков делаю тоже. 30 раз. Вот так же вот тут. Уже 20 я сделал. 10 там, 10 там. Вот. Так. Тут крылышки носа. Обязательно надо. Тоже по 30 раз делать. Так, ну, пошли туда. Так, сейчас чуть-чуть ниже сделаем. Вот, до конца.
Так. Видите, откуда начинают и спускаются так. Это не косметический массаж, это классический массаж. Тут большая разница с тем массажем, который делают косметологи. Каждый массаж свои цели имеет. Верхнюю губу вот так тоже спускаем. Обратите внимание, все движения у меня туда идут, вниз. Отток крови как раз. У меня все движения потрясены. Ну да, так у меня сложилось, это ну, эффективно, главное. Так, сейчас и заканчиваем обязательно зону декольте. Голову назад, так, ко мне. И вот так же. Ну. Все это делается сидя. Не, вы можете делать, как нравится вашему клиенту, но я показываю, как делать. Кто-то лежа потом делает, садится в голове. Раз мы по так же ключицы, вот как ласточкин хвост пальцы, и сверху вниз туда. Вот у нее правая ключица плотнее. Не больно правая? Вот, ну, заметно, да, чувствуется? Также поворачиваем головку. Вот у нее как выражена сосцевидная ключичная мышца. Она почему так называется? Она срочно с ключицы отсюда идет, и она прирощена к сосцевидному отростку. Вот так. Также 30 раз я ее, это я, видите, под углом делал, на вниз усилие. Так, сюда руку. Что называется? Височная сосцевидно-ключичная мышца называется. Так. И вот завершаем. Такие пощипывания. Это приятные пощипывания. Расслаблительные. Такое. Так. Вот и все, массаж, это классический.